То есть мы сейчас еще можем пооткрывать. Опа, ребята, вот так-то это делается. 1900 рублей. Ставим лайк, пишем коммент, подписываемся на канал. Через неделю итоги у меня на странице. Ну, как бы розыгрыш за 5 секунд вам провожу. Чуваки, всем привет, это TopDota, и сегодня мы играем на сайте sgmlag.ru. Уже не первый раз мы здесь играем, но с последнего визита изменилось очень много чего, поэтому надо об этом вам рассказать. Ну, как видите, сразу вот тут 4 новых сундука, я думаю, вы их уже заметили. И давайте сейчас их пооткрываем, посмотрим, что из них падает. Может быть какая-то лажа, а может быть какая-то не лажа. Миссипи в скайп зашел, привет ему, да. Можете заходить на канал, подписываться там, ставить лайки. Так, пошла прокруточка, тут, как я понимаю, все золотые имморталки, которые есть в доте, они все здесь лежат. Ну или не очень золотые, я вот сейчас посмотрел, тут что-то не очень золотое было. Да, ну 60 рублей такое себе, конечно, ладно, продаем. Давайте Сларкбокс, что ли, 19 рублей, что-то очень дешево, подозрительно, наверное, какая-то лажа падает, но может быть и нет. Вот, например, Скади, узнал сразу, или вот этот Скади, я, в принципе, от любого не откажусь. Вот это вот Хероина, по-моему, тоже дорого достаточно стоит. Ну, нам, конечно, падает за 5 рублей какая-то дичь, поэтому ладно. Ну, ее к черту, давайте откроем кастом бокс. Что такое кастом бокс? Это типа они сами насобирали, я вот не пойму. Господи, что это? Какой-то Микки Маус, какие-то сундуки. Что здесь наворотили? А, я понял, тут, короче, всякий мусор собрали. Ну, ладно, может быть... Так, 8 рублей, какая-то погодка. Ну, погодки у меня все есть, поэтому нафиг ее выбрасываем, крутим еще раз. Вот это вот этой, по-моему, нету, вот прикольная какая-то. Эш, эш, пепел, пепел. Так, надеюсь, что выпадет нам хотя бы она, потому что все остальное я вообще не знаю, что такое. Комплект музыки, я думал, мне компендиум выпадет какой-нибудь там 2010 года, эксклюзивный, когда их еще не делали, ну ладно. Винтербокс еще напоследок, наверное, из этих сундуков. И потом пойдем что-нибудь классическое крутить. Что-то мне пока не очень нравятся эти новомодные ваши сундучки. Не в восторге я от них. Так, вот здесь бы хекс мне забрать и просто ухожу. Не, конечно же, не хекс. 40 рублей, кстати, мы не в минус ушли, это хорошо. Продать. Да, открыть снова, поехали. Быстрее. Мне просто уже хочется забрать хекс и сваливать, крутить арканы сеты, забирать арканы. Так. Ну, докручивайся. О, ну хотя бы набор какой-то за 50 рублей. Ну, на самом деле, выглядит он так себе, какая-то непонятная колдунья у нас получается, а не ЦМ-ка. Мне стандартная больше нравится, поэтому ну его нахер, этот набор, как говорится. Давайте покрутим вот это. Достаточно интересный сундук, я слышал, потому что мне здесь уже когда-то падала аркана. Вот такой вот вам инсайд даю. Аркана мне здесь уже падала, поэтому... Может быть, еще раз упадет, но нет. Ну, вы видели, да? Ну, близко было, близко. Я думаю, надо еще. Вот сейчас было прям красиво. Еще бы чуть-чуть, и я бы прям, не знаю, ну, пискнул бы точно. Ну, для видоса, конечно же, так-то я спокойный, молодой человек. Нет, опять какая-то херня. Я думал, хотя бы что-нибудь там поинтереснее будет крутить, чтобы интрига была, но нет. Так, ну, на самом деле, шмотки не такие плохие падают. Сеты, они все красивые. Вот плюс этого сундука в том, что вы заходите, и чтобы вам не выпало, оно, в принципе, ну, нормальная тема, скорее всего, будет, а не какая-нибудь херобора. Так, ну, вот за 140 рублей, например. Ну, выглядит классно, ну, надевать я его, конечно же, не буду, потому что я даже не знаю, что это за герой, наверное, какой-то Террорблейд. Мне это не особо интересно. Давайте еще один сундук и пойдем потом отсюда нафиг, если нам ничего хорошее не упадет, потому что нам тут не очень-то везет. Кстати, надо... Не, показалось. Надо бы сказать, что если выпадет что-то действительно годное, годнючее, то мы это, конечно, разыграем. Поэтому можете сразу Лукас поставить и комментарий написать. Ну, заранее, авансом. Но, конечно, не обещаю. Я за свою удачу не ручаюсь. Мне обычно падает там, ну, всякая там, ну, как камонка там, анкамонка, вот такой дроп. Но если повезет, то, конечно, изи. Так. Да, херотень. Понял, 40 рублей продать. Все, спасибо. Еще раз. Не очень пошло. Может быть, в этот раз получше будет. Тут опять хекс лежит, опять меня дразнит, но мне кажется, что он опять мне не выпадет. Вот эта вот забавная штукенция стоит, по-моему, 7000, она мне тоже вряд ли... О! Или нет, или она... Нет, не та. Я уже такой, типа, напрягся немножко, потому что здесь шляпа какая-то есть. Вот эта вот за 1000 чем-то, я думал, это она. Но нет, это просто какая-то неинтересная шляпа. Давайте фулл рандом сундук покрутим.
Если вы не шарите, что это, объясню. Тут, в общем, прокручивается рулетка, и она выбирает сундук. То есть сейчас выбирается сундук, который нам откроется из всех доступных на сайте. И нам попадается интерфейс. И вот теперь выбирается шмотка из интерфейса. Ну, это, конечно, нам не очень повезло, потому что интерфейс стоит дешевенько. Ну, короче, не очень-то много. И на хороший дроп рассчитывать не стоит. Ну, нормально, 55, хотя бы окупились. Давайте ДК Immortal. Вот тут прям этот ДК, он вынесен, типа вот прям от ДК или Immortal, как будто вот либо то, либо то. 50 на 50, на самом деле этот ДК-хук, я не знаю, тут хоть кому-то упал или нет. Конечно, шансы здесь, я уверен, что какие-то есть, но вот какие они здесь, я не знаю. И написано прям так в названии, что как будто прям каждому второму падает. Ну ладно. Конечно же, это никто делать не будет, потому что сундук-то стоит 79 рублей, а не 5000. Поэтому да. Вот хотелось бы, на самом деле, набор башеров, потому что целый набор, это прикольно. Не то, что там один какой-то. Так, ну 70 рублей, опять что-то не очень. В прошлый раз, конечно, окупили, но сейчас такое себе. Так, хотелось бы, чтобы здесь еще. Ну, кроме ДК-хука, конечно. Да, не докрутила прям малость самую. 20 рублей, блин, ну ребят, ну не то. Давайте еще разочек. Еще разочек этот сундук, и потом сваливаем куда-нибудь. Потому что опять нам и здесь не везет. Что-то, ну, какая-то анлак-сессия у нас сегодня. Хотя, если вот в самом начале видоса тут что-то было, я там орал, то значит, что-то хорошее упало. Так, 75 рублей. Ну, блин, ну, падает. Вот стоит он 79 и падает за 75. Ну, такое. Так, ну что, ребята, экстра-сундук. То, ради чего мы все здесь собрались. Погнали. Я надеюсь, честно признаться, на аркану, на какую-нибудь, кроме минера. Вот кроме минера, любую аркану, пожалуйста, все остальное нахер не надо. Просто аркану. Так, я что-то не понял, почему он стоит здесь 900 рублей. Он, по-моему, подешевле-то на самом деле стоит. Ну ладно, может, и цены какие-то старые. Ну, я-то как бы счастлив. Мне плюс 140 рублей, это, конечно, изи. Плюс 131. То есть мы сейчас еще можем пооткрывать! Опа, ребята! Вот так-то это делается. 1900 рублей. Ставим лайк, пишем коммент, подписываемся на канал. Через неделю итоги у меня на странице. Ну, как бы розыгрыш за 5 секунд вам провожу. Блин, 1900 рублей. Чуть не продал, серьезно. Вот почти нажал. Ладно, забираю. Ребят, ну вы видели, да? Прям вот нормально только что было. И чё? Мне показалось, что у меня денег на баланс не хватает. Не, нормально. Сейчас еще что-нибудь покрутим. Это я уже себе оставлю, если что-то хорошее выпадет. Но вряд ли, конечно, вряд ли. Потому что два раза подряд что-то годное, это не бывает такого. Ну, 300 рублей, ну, не, продать. Вот так вот мы сегодня покрутили. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы выиграете в конкурсе прямо все. Аркан, конечно, одна, но чтоб выиграли прям все. Желаю вам, да. Ну и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Завтра будет новый видос, скорее всего. До скорых встреч.